Зачем нужна сетка в AutoCAD и как настроить режим привязки по сетке, чтобы вы в итоге моделировали, по сути дела, как по клеточкам тетрадки. В нижнем правом углу у нас с вами присутствует панель быстрых команд, на котором есть активация отображения сетки и активация привязки по сетке. Они также активируются и дезактивируются командой F7 либо F9. Как настроить привязку по сетке? Потому что сколько бы я ни приближал, количество квадратов бы менялось. Приближать и отдалять пространство модели, вращать колесико мышки. У режима привязки по сетке есть выпадающее меню и настройка параметров привязки, нажимая по нему один раз левой клавишей мыши. Данные настройки привязки по сетке я могу выбрать собственноручно и шаг сетки, и привязку сетки, и в каких плоскостях, в данном случае в пространстве модели, либо в пространстве листа, будет работать функция привязки.